Привет всем зрителям и подписчикам канала «Обзоры Лего». Сегодня у нас набор из серии Creator 2014 года выпуска. То есть этот набор вы можете сейчас найти на прилавках магазинов. Итак, главная модель — это мотоцикл типа Cruiser, а также для сборки доступны еще две альтернативные версии. Вот этот похож на спортбайк, вот этот на какой-то прогулочный мотоцикл. Давайте смотреть на модель. И вот перед нами основная модель — Cruiser. Кто не знает, Cruiser — это такой тип мотоциклов, которые в первую очередь сделаны не для скорости, а, так скажем, для крутизны. Для начала хочу заметить то, что колеса у этого мотоцикла разные. Вот это чуть ли не в два раза шире. Но для такого типа мотоциклов это вполне нормально. У этого мотоцикла поворачивается руль таким образом. Ничего особенного. Но, кстати, вместе соединения руля с корпусом мотоцикла немного непрочное соединение, что, впрочем, не особо сильно мешает. Также у этого мотоцикла можно отрегулировать ручки. Можно поставить их шире. Еще шире. Как вам нравится. Тоже приятная мелочь. Спереди мы видим то, что есть поворотники левый, правый и фонарь. Освещение дороги. Прикольно сделан бензобак. Мне очень нравится. Сзади мы видим то, что есть две выхлопных трубы и фара. Видимо, стоп-сигнал и габаритный огонь. И еще надо заметить то, что тут очень много деталей серии LEGO Technic. Ну вот сами смотрите. Руль, элементы, которые держат переднее колесо, выхлопная труба, очень много элементов техника. Это надо учитывать при покупке этого набора. И вот перед нами вторая модель. Хочу заметить то, что многие моменты в сборке повторяются. Все-таки мы собираем три мотоцикла. И, например, у всех трех мотоциклов, конечно же, вот это вот крепление колеса переднего не отличается друг от друга, как и некоторые другие вещи. Этот мотоцикл у нас похож на спортбайк. Сзади у него выхлопные трубы уже короче, крыло у него поднимается и опускается. В принципе, это не нужно, потому что оно нормально выглядит только вот в самом нижнем положении, ниже его уже никак не опустишь. Немного другие ручки руля, они стали короче. Теперь бензобак выполнен вот таким образом. Прикольно, но повторюсь, то что три раза собирать мотоцикл, мне кажется, это не очень интересно из-за не слишком сильных отличий в сборке. Ну и перейдем к последней модели. Вот так выглядит наш последний мотоцикл. Здесь у нас появились две маленькие фары. Бачок стал как в первой модели. А зато выхлопные трубы как во второй модели. Мне кажется, крыло слишком высоко задрано. Выглядит как-то нереалистично. Наверное, вот эта третья модель мне меньше всего и нравится. Самая крутая — это основная модель. Ну и на втором месте второй мотоцикл, который был похож на спортбайк. Мне гораздо больше нравятся такие наборы Creator, как робот, потому что там три совершенно разные модели. Напомню, в наборе 31207 можно было собрать вертолет, машину или робота. И когда их собираешь, то ощущения совсем разные. Действительно появляется ощущение то, что у тебя три разных набора LEGO. А тут этого ощущения, к сожалению, нет. Но мое дело показать, а ваше дело определиться. Кстати, у той же модели 31207 и у этого мотоцикла одинаковая цветовая расцветка, и есть похожие, даже одинаковые детали. Так что, мне кажется, из двух этих наборов можно собрать что-нибудь интересное. Вот, в общем-то, и все на сегодня. Всем спасибо, что поддерживаете канал комментариями, лайками и подписками. Продолжайте в том же духе, и я буду также стараться для вас. Спасибо за просмотр. До нового обзора!